Друзья, в прошлый раз мы приезжали проездом в Волгоград и успели запечатлеть памятник, собственно, родина-мать, только с, как это сказать, ну, с окошка нашего автомобиля. Поэтому сейчас мы не оставляем незавершенные дела, мы завершаем начатое и, собственно, я вам сейчас покажу, поднимаемся к памятнику, чтобы его лицезреть, как он есть на самом деле. Мы в прошлый раз проезжали Волгоград, ну, проездом, так сказать, я снимал памятник сбоку. Сегодня решили уже прийти конкретно посмотреть на него сблизи. Вот, поэтому надо добивать начатое. Не смогли себе позволить проехать мимо этот раз, да. Поэтому сейчас идем вот в Волгограде к памятнику Родина-Мать. А потом мы к Саше поедем в Волжский. Собственно, у нас уже обратный путь до Йошкар-Олы и до Видного. Так, ребята, сейчас мы по Волгограду едем и как раз приезжаем. Вот она, Родина-Мать.